Наставника найти можно, когда развивается человек. То же самое спрашивают, где найти жену, где найти ребенка. Приходит время, ты все получаешь. Вот, допустим, наставник всегда есть в пространстве. Вот, допустим, когда жена кричит, ругает мужа, у вас муж есть? Да. Вот он ваш наставник. Он когда ругается на вас, он вам говорит всю правду про вас. Он говорит неправильно. Он, да ты такая, сякая. Чистое наставление. Он редко. Ну, неважно. Но он в это время вам дает наставление. Он ваш наставник уже. Он говорит всю правду про вас. Вот какая есть, такая есть правда. Но говорит это, потому что он не может сказать по-доброму, вы не примете от него. Но он поэтому говорит, когда он держит это внутри, но когда ему плохо, он начинает кричать, ты такая, сякая, всю правду. Он наставник. Вы принимаете это наставление? Нет. Теперь следующий уровень наставничества – это дружба, старший друг. Обычно люди друг же балдеют там, допустим. Женщина уходит от мужа, все подружки говорят «молодец, молодец, молодец». Это не подружки на самом деле. Настоящая подружка говорит «дура, оставайся с мужем». Это настоящая подружка. Но такая дружба сложна, потому что настоящая сердечная дружба – это дружба по совести. Здесь уже не прокатит вот это вот «сюсю-пусю». Ну, то есть здесь уже конкретно тебе скажут правду, и тебе придется ее принять. Но если у тебя нет таких друзей, куда тебе до наставника? Допустим, в ведах слово «наставник» переводится как «гуру». «Гуру» означает «тяжелый». Перевод слова «гуру» — «тяжелый» означает. Значит, тяжелый. Не то, что он много весит. «Тяжелый» означает, что он тебе скажет то, что ты не унесешь. Поэтому не надо искать наставника. Ищите старшего друга, который будет вам советовать, правду вам говорить. Учитесь близкого человека сначала слушать. Придет время, вы вырастите до наставника. Когда ты уже несешь правду в жизни своей, тебе говорят правду, а ты несешь, принимаешь. Нет проблем, Бог сразу дает наставника. В эту же секунду он вообще как бы ни в коем случае не будет тянуть резину в этом вопросе. Женщина готова замуж выйти, сразу мужика дают, тут же. На самом деле у Бога мужиков заболелись. Просто не готова, когда женщина. Не дает мужика жалко просто. Не дает. Говорит, я тебе уже двоих давал, что ты их замучила? Одна сиди, все. Вот. Она говорит, давай третьего, все, я не буду его мучить. Не верю тебе, все, одна живи. Ребенка тоже не дает Бог, потому что замучает. Как только достойно ребенка, сразу вот тебе ребенок, нет проблем. А вы говорите, я сама выносила, родила. Как ты выносила? Ты что там, размножаешь клетки внутри себя, что ли? Ну, само все размножается, само зачалось. Само рожается, не мешай. Акушерки говорят, расслабься, не мешай. Само будет рожаться все. Бог это делает за нас. Если мешаешь, хуже будет только. Так и наставник тоже. Приходит время, приходит обязательно. Человек готов, все, тут же наставника ему, тут же Бог дает. Моментально. Ничего не затягивается время вообще в этом вопросе. Моментальная реакция. Вот, допустим, я наставник для вас или нет? Конечно. А вы меня спрашиваете, как найти наставника? Нет, я имею в виду такого в жизни не виртуального, вы же больше в интернете не реального. Один в этом, я в Днепропетровске читал лекции, один человек ко мне подошел, говорит, у нас в Канаде появилась новая технология, Олег Геннадьевич, теперь можно в голографическом изображении лекции читать. Голограмма сидит и читает лекции, а вы где-то в другом месте находитесь. Я говорю, людям не понравится, на голограмму не придут. Я понимаю, о чем речь, я так пошутил с вами немножко, все нормально. Я еще хотела спросить. Это тоже разные уровни наставничества, понимаете, когда человек любит наставление слушать, вот вы хотите слушать меня, хотите не слушайте, никто не заставляет. Хотите выполняйте то, что я говорю, хотите не выполняйте. Это такой вид наставничества. Это хорошая очень возможность человеку развиваться, потому что на другого наставника он не тянет пока, ему очень трудно непосредственно от кого-то наставление. А просто послушал лекцию, живи как хочешь. Это нормально. Это этап развития всего человека.